сильнейший номинально забег чемпионата России, бег 1500 метров. Горяйнов показал 3:47.94. Во втором забеге это является ориентиром для остальных участников. Номинальные фавориты – это Валентин Смирнов и Владимир Никитин. Ильдар Надыров вырвался сразу же вперед. И вот два участника сразу же – Смирнов и Попов. Смирнов и Никитин. Начало хорошее. Надыров помогает ребятам. Готовность у парня хорошая. Начали первый круг очень быстро. Я не знаю, будет цель преследовать Надыров с таким началом, но это прям очень быстро. 42 секунды. Валентин Смирнов бежит немножко в отставании. Егор Николаев, Алексей Попов. Возможно, Надыров выполняет роль пейсмейкера. Не исключен такой вариант, что его поставили ради того, чтобы он протащил ребят. Очень быстро бегут ребята, 57 секунд. Валентин Смирнов уже отстает примерно метров на 6. Вот Надыров. Надыров молодец, справляется с задачей. Смирнов, Николаев, Попов. Смирнов тащит сам забег. Молодцы, ребята. Стараются работать. 1:20. Обалдеть, вот это начало. Это просто капец. Это очень быстро. Это прям очень быстро, ребята. Вот уже отставание метров 15. Смирнов, Николаев, Попов. Вот Смирнова не получилось. 3:47.94 у нас попробовали результат. Но посмотрим, что под номер 3 за тех сильнейших. Вот такая вот сейчас Егор Николаев будет выходить. Подходит. Владимир Никитин сейчас выходит вперед. И Бумарис тут же начинает отрываться. Два круга. Три круга. Обалдеть. Вот это скорость. Егор Николаев, Валентин Смирнов, Алексей Попов, Владимир Попов. Да, Владимир Никитин. Отметка 1000 метров. 1000 метров у Владимира. 2:24. Обалдеть, вот это скорость. Валентин Смирнов сходит. Егор Николаев бежит вторым. Просто Никитин делает что-то, но ему тоже видим, что уже очень тяжело. 2:39. 3:43.65. Егор Николаев, Попов. Ребята пытаются догнать. Гораздо слабее, чем... Но вот Владимир старается, убегает. 200 метров сейчас добежать. Алексей Попов бежит к своей стрессе. Но ему тоже очень тяжело. 3:24, возможно, из 3:40. Вон Евгений Кун скучает. Владимир Никитин финиширует, смотрим на секундомер. 3:30. Молодец, 3:39.53. Так чемпионаты России давно не выигрывали. Владимир Никитин. 3:39.51. Это новый лучший результат сезона.